Всем привет! Как дела? Давайте сегодня поговорим о музыке. О том, какие есть музыкальные жанры. И узнаем, как рассказать о своих предпочтениях. Итак, музыка. Вы любите музыку? Какая музыка тебе нравится? Какую музыку вы слушаете? Народная музыка. Это музыка, которую пишут люди. Музыка, создаваемая народом. У каждой национальности есть своя народная музыка. В России это русская народная музыка. Вы любите народную музыку? Не особо. Я предпочитаю современную. Духовная музыка. Это музыкальные произведения, связанные с текстами религиозного характера. Духовная музыка в основном исполняется во время церковной службы. Вам нравится духовная музыка? Да, я слушаю ее в церкви, и она меня успокаивает. Классическая музыка. Это музыка, написанная в определенный исторический период. Это музыка, написанная выдающимися композиторами.
Это музыка, написанная по правилам для исполнения оркестром или ансамблем. Наиболее популярные жанры классической музыки – это опера, симфония, соната, ноктюрн, этюд и так далее. Пойдем в оперу. Нет, спасибо. Я лучше кино посмотрю. Блюз – это музыкальный жанр, появившийся в конце XIX века в афроамериканском сообществе Юго-Востока США. Какую музыку вы предпочитаете? Мне грустно, я слушаю блюз. Одно из современных направлений блюза – это ритм энд блюз, известный как R&B. Пойдем сегодня на концерт. А что за музыка? R&B. Ну, пойдем. Джаз – это форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX – начале XX века в США и получившая впоследствии повсеместное распространение. Вы любите джаз? Иногда слушаю. Какой джазовый инструмент вам нравится? Саксофон. Кантри – это
разновидность североамериканской народной музыки. Давай поедем на фестиваль кантри в Лондон. Отличная идея. Я за билетами. Шансон. Это обычно авторское произведение. Шансон появился во Франции в первой половине 20 века. Скажите, как вы относитесь к шансону? В общем, неплохо. Иногда мы с друзьями слушаем его. Электронная музыка. Это музыка, созданная с использованием электронных музыкальных инструментов и технологий. Пойдем вечером на дискотеку. Там сегодня концерт электронной музыки. Давай лучше посидим в кафе и послушаем гитару. Хорошо? Рок. Это обобщающее название ряда направлений популярной музыки. Таких как рок-н-ролл, поп-рок, хард-рок, панк-рок, хэви-метал, техно-метал и так далее. Вам нравится рок? Да, я обожаю рок, и мой муж играет в рок-группе. Популярная музыка.
Поп-музыка. Попса. Разговорное. Это направление современной музыки, в которой используются простые, легкие мелодии и акцент на вокал. Популярная музыка включает в себя такие направления, как кабаре, мюзикл, эстрадная музыка, диско, лаунж и так далее. Я вчера концерт смотрела по телевизору. И что? Кто там пел? Одна попса. Так что я не досмотрела. Хип-хоп. Субкультура хип-хопа зародилась в 1973 году в афроамериканских и латиноамериканских кварталах Бронкса. Хип-хоп включает в себя такие направления, как рэп, джи-фанк, снэп, рэп-кор и так далее. В русском исполнении песен в стиле рэп называется читать рэп. В каком стиле музыки он выступает? Он читает рэп. Фразы. Мне нравится поп-музыка, а тебе? Вечером после работы я всегда слушаю музыку.
Я люблю слушать классическую музыку. Я предпочитаю современную музыку. Мои соседи слушают громкую музыку. Мне нравится спокойная музыка. В дороге я слушаю кантри. Мой брат обожает рок. Вам нравится джаз или блюз? Какие песни вы любите? Какие музыкальные группы тебе нравятся? Каких исполнителей ты слушаешь? Кто твой любимый певец? Какая твоя любимая песня? Какая твоя любимая музыка? Всем отличного дня!